респектабельная, норковая, уютная, песцовая, практичная, нутревая или цигейковая. Не только женские прихоти, но погодные условия наших зим заставляют обзавестись теплой шубкой большинство жительниц республики. Однако выбор мехов станет меньше, качество лучше. Но как это отразится на цене? Меховой рынок республики заметно поредеет, поскольку так называемые серые производители должны исчезнуть вовсе. Напомню, недавно в России начали активно бороться с контрафактом меховых изделий с помощью маркировки электронными чипами. Оборот изделий из натурального меха без специальной маркировки с конца прошлого года запрещен. Ответственность за продажу левой продукции может быть даже уголовной. По результатам рейдов, проводимых сотрудниками Роспотребнадзора, в Йошкар-Оле уже изъято контрафакта почти на 1 000 000 рублей. О том, что принесет чипирование рядовым потребителям, в нашем материале. Пилотный проект по маркировке товаров из натурального меха подписан между 5 государствами. Это Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия, страны Евразийского экономического союза. Цель введения единой системы маркировки – борьба с нелегальным оборотом товаров и подделками. Каждый 5-й продавец меха в России работал нелегально. Отныне оборот меховой одежды без микрочипов, хранящих информацию о каждом изделии, вне закона. Постановление правительства Российской Федерации утвержден перечень товаров, которые подлежат маркировке в соответствии с кодами. Значит, в этот перечень входит одежда из натурального меха, норки, песца, лисицы, овчины, кролика, нутрии, енота и других видов меха. Кроме случаев, когда мех является только отделкой. Не входят головные уборы, перчатки, рукавицы, обувь с натурального меха, спортивная одежда. Тем предпринимателям, кто вел бизнес, что называется, в серую, придется нелегко. У многих нет никаких документов на изделия, и узаконить уже ввезенные шубы будет довольно сложно. Для сети наших магазинов это нововведение оказалось плюсом, так как с рынка ушли недоброкачественные конкуренты. Раньше очень много было товара, который отшивался непонятно где. Теперь любой покупатель может самостоятельно проверить всю информацию о товаре. Достаточно смартфона. Вот так у нас выглядит чип. Сейчас он навесной. Любой покупатель может подойти и проверить этот чип специальной программой, которая закачивается на телефон. На любой смартфон его можно закачать, эту программу, и проверить. Вот таким образом. Контрольный идентификационный знак, можно сокращенно назвать его КИС, они могут быть зеленого цвета, это на те товары, которые были произведены на территории Российской Федерации, либо красного цвета, это на импортные товары, которые были ввезены на территорию Российской Федерации. Стоимость этих контрольных знаков, конечно, символическая. Вшивной и клеевой знак, значит, стоит 15 рублей, а навесной знак стоит 22 рубля. И доставка в субъект Российской Федерации данных знаков бесплатная. Именно поэтому цены на изделия из меха пока остаются на прежнем уровне. Но рост цен на шубы и дубленки эксперты все-таки прогнозируют. Участникам рынка при закупках в новом сезоне придется выплачивать таможенные пошлины при пересечении импортным товаром границы и установленные налоги при реализации этого изделия. Но сказать, насколько именно вырастут цены на мех, пока не берется никто. Добавлю, что если вы привезли из-за рубежа шубу для личного пользования, то ничего чипировать не нужно. Новшество относится только к вопросам предпринимательской деятельности. Кстати, уже в этом году единую систему маркировки могут распространить на одежду, обувь, лекарства, детские товары и бытовую технику.